Чиновников будет меньше, а госуправление эффективнее. В Украине начинается перезагрузка госслужбы. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. В рамках реформы количество чиновников сократится вдвое. Госслужащих высшей категории будет избирать специальная комиссия. В нее войдут представители парламента, администрации президента, Кабмина, национальных агентств и общественности. В свою очередь, избранные руководители организуют открытый конкурс для остальных госслужащих на местах. Будущим чиновникам запрещено вступать в какую-либо политическую силу. Модель госуправления будет состоять из советов и их исполнительных комитетов. Если сейчас выйти на то, чтобы в рамках конституционной реформы выбудовать третий уровень, я имею в виду областной, и в том числе ответственность выкристаллизовать, я думаю, что это было бы абсолютно новое якість управления. И все в комплексе дает новую систему абсолютного управления.